Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить спаржу. Вот у меня немецкая барская спаржа со специальным значком. Здесь в пучке у нас находится 500 грамм. Это 1-2 порции. Нам что нужно сначала сделать? Сначала мы ее почистим, вот эти старые, более старые кончики обрежем, помоем и нарежем на маленькие кусочки, ну, примерно 2-3 сантиметра. Итак, мы нашу спаржу нарезали. Вот она у нас такая была. Вот этот кусочек мы, получается, выкидываем, потому что он старый и не очень вкусный, старый. Мы его выкидываем. Сколько обрезать, это уже смотрите сами. Иногда может придется обрезать 0,5 сантиметра и до 3 сантиметров. Это тоже зависит от свежести или когда она была срезана. Чем дольше она хранится, тем больше обрезать и тем качество ее таким образом теряется. Остальные я нарезала, и сейчас мы будем ее обжаривать 2 минуточки с каждой стороны. Сейчас добавила газ, точнее, эту тоже я сейчас порежу, и с каждой стороны мы ее обжарим. Это как будто гриль получается, без масла, без всего, и только в конце, когда мы уже ее обжарим со всех сторон, добавим специи, соль, перец по желанию, можно еще какие-то специи добавить, оливковое масло и лимон. Очень вкуснейшая спаржа получается, очень полезная, вкусная и очень-очень быстро приготовленная. Итак, мы обжариваем, помешиваем на сковородочку, на крупную, на большой сковородочке, обжариваем по 1-2 минутки со всех сторон. Потом мы добавим перец, такой добавляю перец, морской соль, ну и в конце, конечно, оливковое масло. Итак, мы видим, наша спаржа уже поменяла цвет, я ее несколько раз помешала, то есть вот получается, что еще с одной стороны нам надо ее немножко поджарить, и тогда уже ее можно есть. Мы ее едим иногда сразу, а иногда ее даем немножко настоять. Вот она как-то получается вкуснее, когда ее немножечко как настоять получится. Так, 1 порция, и у нас дочери получается как раз 2 порции. Вот таким образом лимончик я уже добавила. Так, мой ножик. Итак, сейчас я добавляю оливковое масло, так как я показывала, оливковое масло наливаю его сверху, буквально сверху, кто сколько любит, и все. Итак, дорогие друзья, приятного аппетита, всем хорошего дня, если вам понравилось, ставьте лайки, жду вас снова, до новых встреч, приятного аппетита!